день. Сюда иди. А что ты обтягивающе надела? Все девчонки так одеваются. Давай что-нибудь нормальное иди, переоденься. Сакен абсолютно прав. Ты оделась слишком вызывающе. Давай, бегу! Сэр, иди сюда! Протирай! Нравится? Да. Уходи! Уходи быстрее! Да хренел я тебя спрашиваю! Я не знаю, кто это! Завидуешь моей жизни? Немного. Да, мам. Теперь я взрослый человек. Почему ужинать всегда нужно в одно и то же время? Все, пойдем. Дин! Все эти годы я терпела здесь все как идиот. С этих пор я буду ходить, когда захочу. В любое время, в любой одежде. Семейка. И я повторяю еще раз. Я личность. Спасибо. Благодаря тебе у меня появилось так много свободного времени. Если ты мне так благодарна, то выполни и ты мою просьбу. Помнишь того мужчину, с которым я гуляла в прошлый раз? Мужчина, с которым ты занималась сексом за деньги? Просто в этот момент у меня встреча с парнем. Нет, ты что, я не могу, Я же еще девственница. Тогда больше не говори мне, что ты благодарна. Только поужинать, да? Когда Леонардо да Винчи писал свой тайный вечер, вскоре нашел парня из церковного хора. Ты ведь его тоже хочешь? Нет, врешь! Здесь какие-то злые. Мне вообще непонятная рожа.